потому как якобы это не подчинение законным требованиям сотрудников полиции. Это в корне не так. Если тренировка зафиксирована, составлен протокол, у водителя, наоборот, еще есть время обжаловать это решение. И ни в коем случае нет необходимости сдирать тренировку на месте, в том числе, когда водителю угрожают, что якобы его посадят на 15 суток. И международная практика, и чехарда с ГОСТами, и другие наши доводы, и, самое главное, та дискуссия, которая сегодня развернулась, где мы видим, что абсолютно большинство, тем более вот в этот летний период, когда человек за рулем сталкивается и понимает, что хорошо бы, чтобы у него стекло было затонировано, абсолютно большинство нас поддерживают. Мы надеемся, что при работе над данным законопроектом, с участием обязательно правительственной стороны, мы сможем найти тот баланс. Может быть, правительство пойдет на определенные шаги и изменит ГОСТ, тем самым, используя международную практику, позволит машину разумно тонировать. Мы не говорим про тонировку переднего лобового стекла. Мы говорим про боковые стекла как минимум.